Добрый день, мои дорогие друзья, я снова с вами на канале Лариса. Решила сделать небольшой ролик. У меня сегодня выходной, и вот я решила покрасить волосы. Купила краску эстелевскую, жемчужно-розовый цвет, и решила покрасить. Ну, думаю, минут 30 посидеть, посмотреть, что получится. Парикмахерскую я не стала ходить, решила сэкономить денежку. Посмотрим, как это будет, экономика денег. Экономика должна быть экономной, да? Я уже не первый раз крашу волосы дома. Меня как бы уже дочка научила, как это делается. Изначально я крашу затылок, и потом только я беру вот эту вот верх, лобную часть такой, и затылок, потом боковые части, и потом уже только вот верх, лобную часть крашу. Потому что волосы у меня тонкие, чтобы они не слетели от этих красок. Помню, я когда-то по молодости сама делала и химию, как я без волос оставалась. Ну и так как сегодня выходной мой, завтра мне на работу нужно будет с утра, а я хочу еще сходить налоговую и сдать декларацию. Нужно получить какую-либо денежку, вычет этих 13% за ипотеку, чтобы оплатить дальше еще ипотеку. Ипотеку на эту квартиру мы взяли с дочкой уже в Москве, в Химках. Поэтому нужно будет оплачивать еще долго. Но чем оплачивать, допустим, кому-то, лучше пусть уже будет это для себя. Пусть даже если и долго, но для себя. По крайней мере, я живу, дочка живет в этой квартире. И она новая. И что, чем нравится мне этот дом, этот район, эта квартира, что этот район, он чистый. Чистый полностью. Здесь, перед тем, как купить квартиру, я уже проверяла, читала в интернете много, что здесь нет кладбища, здесь были поля, недалеко были деревни от нашего дома. В общем, была пустырь, скажем так. Поэтому мне нравится, нет таких грязных энергетических мест именно в этом нашем районе, где я нахожусь, где я живу. Ребят, все, я уже покрасилась, видите, укладку я не стала делать, ну, как обычно укладки, бигудями или еще феном целый час нужно делать. Нет, я просто подсушила волосы и ракушечкой вот сделала крабиком. И все, лоб открыт, чистый, чуть-чуть подкрасилась слегка, свои синяки скрыть, все нормально. А помадой краситься сейчас под маской все равно ничего не будет видно, и маска будет вся красная. Ну и все, как приду, я вам расскажу, как я сдала декларацию. Ребят, хочу вам показать, вот сейчас иду, снег идет, смотрите. Зима, не хочет сдавать свои права. Где трубы проходят, там уже снега нет, совсем растаял. Салют дают в честь какого-то праздника, у кого-то может быть день рождения. Классно. Мне хорошо видно, но смотрю по экрану, не так и видно. Весна, весна. А днем девчонки-мальчишки прям птицы пели, воробьи, птицы. Их и не видно, они на деревьях чирикают, чирикают прям. Вот театр в 19-м году в России был, вот памятник небольшой такой. Здесь также вот идут ребята. Вспомнить
новогоднее свое настроение. Это у нас небольшой парк. Видите, уже все блестит, снега нет. Весеннее настроение. Ну, сейчас вот деревья обойдем, и уже вот этот вот салют будет виден. Хорошего вам всем настроения. У кого было плохое, настраивайтесь на позитив, чтобы у вас все хорошо. Удачи вам, здоровья, счастья, благополучия всем. Ну, долго идет салют. У нас такое бывает. Может быть, у кого-то свадьба, может, у кого-то день рождения или у кого-то юбилей. Вот, я уже сдала декларацию, иду сейчас домой. Ну, до дома еще вначале нужно заглянуть на работу, в небо, девчонкам, красоткам своим, ну, а потом только домой. Ну, здесь смотрю, парень несет еду пешим ходом. А так уже очень многие ребята, это, наверное, новичок, многие уже на велосипедах спортивных даже ездят развозить еду. Кормят ноги, как говорят люди. Да, точно. Молодцы, ребята. Рыбу и снег. Круто. Ребят. Совсем празднично. Все, хватит праздничного настроения. Ну что, что еще хорошего сказать вам? Что вам? Пролетел у меня выходной, я даже не заметила. Уборка, стирка, глажка. Как я повторяю, вчера мне привезли обувницу. В общем, я заказала. Отец здесь рядом у меня. О, дымом пропахло, смотрите, полностью. Все задымило. А обувницу вчера привезли. Подняла я его сама. Пока еще не собрана. Но думаю, скоро соберем. Я вам покажу. Обувница мне очень понравилась. Даже не кипельно-белая, а вот что-то молочное, что-то цвет. Потому что гардеробный у меня прям белого цвета идет. О, какой дым! Смотрите! Вот это праздник! А это школа, я вам показываю.